Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 582. Нас просят представить в виде многочлена выражение. Итак, под номером 1 у нас квадрат суммы двух выражений. Квадрат суммы двух выражений равен квадрат первого выражения 0,2 p в кубе k возводим в квадрат. Степени не тяжело возвести в квадрат. А вот что значит 0,2 в квадрате? Это 0,2 умножаем на 0,2. 2 2 – 4. Теперь считаем, сколько знаков после запятых у обоих множителей. 4. Поэтому отделяем запятой 4 знака. 1, 2, 3, 4. Получаем 0,4. P в кубе возводим в квадрат, основание переписываем, показатели перемножаем, 3d2 – 6. K возводим в квадрат, будет k квадрат. Плюс удвоенное произведение первого и второго выражений. 2 умножаем на 0,2 и умножаем на 20. Умножаем 2 на 2 и на 20. 2 2 – 4. 4 умножаем на 20 – 80. И отделяем запятой 2 знака, потому что у второго множителя 2 знака после запятой. Получаем 0,80, но 0 на конце после запятой можно отбросить. Получили 0,8. И теперь перемножаем буквенные части. P в кубе умножаем на P в квадрате. Основание переписываем, показатели складываем. 3 плюс 2 – 5. K умножаем на K в четвертой степени. Если мы не видим показатель, это 1. 1 плюс 4 – это 5. K в пятой степени. Плюс возводим в квадрат второе выражение. 20 возводим в квадрат. Это 420 умножить на 20. P квадрат возводим в квадрат. Основание переписываем, показатели перемножаем, 2 2 – 4. И k в четвертой степени возводим в квадрат, получаем k в восьмой степени. Под номером 2. Находим квадрат разности двух выражений. Итак, квадрат разности двух выражений равен квадрат первого выражения. 1,16 мн нам нужно возвести в квадрат. Давайте мы подробно запишем. 1,16 мн возводим в квадрат. Минус удвоенное произведение первого выражения. 2 умножаем на 1,16 мн. И на 4,21 м квадрат. N в пятой степени и квадрат второго выражения. Возводим второе выражение в квадрат. 4,21 возводим в квадрат. В числителе 4 4 – 16. В знаменателе 21 умножаем на 21 – это 441. Можете посмотреть у себя на форзаце учебника. M квадрат возводим в квадрат, будет M в четвертой степени. Основание переписали, показатели перемножили. И n в пятой степени возводим в квадрат. 2 5 – 10. Ну и теперь 1,16. Это смешанное число. Представляем в виде неправильной дроби. 1 умножаем на 6 – 6. 6 плюс 1 – 7. В числителе знаменатель без изменений. 7 шестых возводим в квадрат. И числитель и знаменатель возводим в квадрат. 7 – 7 – 49. 6 – 6 – 36. Получили неправильную дробь, потому что возводили в квадрат неправильную дробь. Ну и теперь выделяем целую часть. Это будет 1,13.
И теперь m, n возводим в квадрат, получаем m квадрат, n квадрат. Находим произведение 2, умножаем смешанное число, представляем в виде неправильной дроби 7 шестых и умножаем на 4 двадцать первых. Произведение дробей – это дробь. В числителе произведения целых чисел и числителей 2 умножаем на 7 и на 4. А в знаменателе произведение знаменателей 6 умножаем на 21. Сокращаем на 7. В числителе 7 делим на 7 – 1. В знаменателе 21 делим на 7 – это 3. Сокращаем на 2. В числителе 6 делим, в числителе 2 делим на 2 – 1. В знаменателе 6 делим на 2 – это 3. Получаем 4 девятых. Итак, произведение числовых множителей 4 девятых. Теперь умножаем степени с одинаковым основанием. М в первой степени умножаем на М в квадрате, получаем М в кубе. Основание приписали, показатели сложили. Н в первой степени умножаем на Н в пятой степени. Основание переписываем, показатели складываем. 1 плюс 5 это 6. И переписываем квадрат второго выражения. 16 441 М в четвертой степени. N в десятой. Под номером 3. Минус 15. Умножаем на квадрат разности двух выражений. 1 третья А минус 1 пятая Б и в квадрате. Квадрат к минус 15 не имеет никакого отношения, поэтому одночлен минус 15 оставляем без изменений, умножаем и в скобках находим квадрат разности этих выражений. Квадрат первого выражения 1 третья А в квадрате это 1 девятая А квадрат. Минус удвоенное произведение первого и второго выражений. 1 третью умножаем на 1 пятую. Это 1 пятнадцатая, 1 пятнадцатую удваиваем, получаем 2 пятнадцатых. И произведение буквенных множителей АВ. И плюс квадрат второго выражения. 1 пятую b возводим в квадрат, получаем 1 двадцать пятую b квадрат. И теперь умножаем одночлен на многочлен. Минус 15 умножаем на 1 девятую а квадрат. Произведение чисел минус 15 и 1 девятой с разными знаками. Результат отрицательный. Ставим знак минус. 15 умножаем на 1 девятую. Получаем 15 девятых. Сокращаем на 3. Получаем 5 третьих. Давайте подробно запишем. 15 умножаем на 1 девятую. Это 15 девятых. Сократили на 3. 5 третьих. Выделяем целую часть. 1 целая и 2 третьих. Минус 1 целая. 2 третьих. А квадрат. Минус 15 умножаем на минус 2 пятнадцатых. Минус на минус, говорят, получается плюс. Или мы знаем правило произведения двух чисел с одинаковыми знаками. Результат положительный. А теперь мы 5 умножаем на 2 пятнадцатых. Поскольку целое число кратно знаменателю дроби, то мы 15 делим на знаменатель дроби на 15 – 1. И результат умножаем на числитель на 2. Получаем 2. И переписываем буквенную часть АВ. Минус 15 умножаем на 1 двадцать пятую. Произведение чисел с разными знаками двух чисел. Результат отрицательный. А теперь 15 умножаем на 1 двадцать пятую. Это мы находим произведение модулей этих чисел. 15 умножаем на числитель. В знаменателе 25. Сокращаем дробь на 5. Получаем 3 пятых. И переписываем буквенный множитель. B квадрат. Четвертое.
7х умножаем на квадрат разности двух выражений x в кубе минус 2х. Квадрате. 7х оставляем без изменений, а находим квадрат разности двух выражений. Первое выражение х в кубе, второе 2х. Х в кубе возводим в квадрат, основание переписываем, показатели перемножаем, 3 2 это 6, минус удвоенное произведение первого и второго выражений. Х в кубе умножаем на 2х, это 2х в четвертой степени, и удваиваем, будет 4х в четвертой степени. И плюс квадрат второго выражения. 2х возводим в квадрат. 2х умножаем на 2х, 4х в квадрат. А теперь одночлен умножаем на многочлен. Для этого мы этот одночлен умножим на каждый член многочлена. 7х умножаем на х в шестой степени. Получаем 7х в седьмой степени. При умножении основание оставляем без изменений, показатели складываем. Если мы не видим показателя, то это показатель 1. Теперь 7х умножаем на минус 4х в четвертой степени. 7 умножаем на минус 4, это минус 28. Х умножаем на х в четвертой степени, получаем х в пятой степени. 7х умножаем на 4х в квадрате. 7 и 4, 28. Х умножаем на х в квадрат, получаем х в кубе. Перепишем условия под номером 5.